сорвал контракт на 10 тысяч, понимаешь? 10 тысяч! Ты головой думаешь? Ты уволен! Твои проблемы не моя забота. Раз не можешь платить, ты можешь снижать оценку. Когда ты мне купишь 15 айфон? Уже 11 мне надоело. Я бы не снял квартиру. Мне негде жить. Ты можешь хоть чем-нибудь мне помочь? У меня нет денег, хорошо. Что? У тебя нету работы, ни денег, ни квартиры? Знаешь, я решила, что лучше нам расстаться. Мы друг другу не падаем. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже.